Нельзя, нельзя, там Вера, нельзя. Нельзя выходить. Тебе нельзя. Стой. Опять надо срубывать. Ну как мне вот это вот? Да не или не увидишь. Тебе не жарко? Я по ногам, мне нормально. Степа там страшная, гля, как он страдает. Ничего, пошли. Мне на полчаса тут работать. Ой, тигричка, зайди во двор, зайка. Тигричка. Маленькая моя. Да, 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 да. Да, солнце, да, да. Искупалась. Степушка, где ты? Не надо. Потерпи, потерпи, пожалуйста. Не-не, Степ, идем, идем домой. Не надо выходить. Не надо выходить, зайчик. Я ж дома, смотри, дома. Ой, ну хваты, хваты, боже мой. О, все умываются, все чистятся. Курица, бери курицу, бери курицу. Давай, 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 бери курицу, бери, бери. Так, девочки, я сделала тефтели. Свино-говяжий фарш, рис, много лука и зеленого, и репчатого. Перестань, кобиками. Рис запарила, сделала тефтели. Их, конечно, здесь не видно. Множество приправ. Такие, как я люблю. Залила кипятком. Смотрите, у меня был майонез. Майонезом полила, как он свернулся. Ничего, пускай. Порезала кольцами помидоры. Вот эти вот сливки, что лежат бесконечно. И сейчас отправлю в духовку. Но сюда еще хочу положить. Парочку порезанных кольцами баклажан. Это будет очень вкусно. И добавлю еще воды. Только что мама убирала возле двора. К ней подходит женщина. Поздоровалась. Сказала, вы мама Наташина? Вера говорит, да. Я так люблю вашу Наташу. И я, говорю, тоже ее люблю. Смотрите, Вера замолчала, не ожидала. Она только что мне это рассказывала так громко, минут 10. Повторяла одно и то же. Говорит, ой, так вам хорошо. А я говорю, так мне не мешает волосы, я наклоняюсь. Говорит, так чистенько. Или у меня много. Я так много люблю вашу Наташу, говорит, и вас люблю. О. Маме было очень приятно. Да, сделала мне комплимент. Да? Девочка сделала мне комплимент. Угу. Так, девочки, вот эта труженица, чтобы вы понимали, за двором было чисто, но это ритуал. Конец. Моя мама всегда говорила, Евгения Даниловна говорила, Верочка, старайся все бросить, а за двором, чтобы было убрано, чтобы люди знали, что здесь живут люди. Люди живут. Ну и Верочка еще соблюдает. Еще бы шелковица нам от как-то отхилять. Ничего, будем пилять, и все. Да. Вот, это, вот понимаешь, чем ты завоевываешь зрителя? Что ты не унываешь. Все пишут, боже мой. Мама, ты 3 секунды в кадре, люди уже пишут, Верочка, за меня вообще забывают. Нет, девочки, меня спасает мое трудолюбие, сапка, юмор, который у меня еще есть, существует. Очень мне помогает в моей жизни. Вчера я вам спасибо за внимание ко мне. Выскочила вчера в 2:30 ночи. Ой, девочки, а я жду, жду, а сама только проснулась. Ой, а я так и жду, а я так жду. Перепугалась, я говорю, задремала. А это где вы были? Ты откуда вы уже приехали? Я уже выходила. Ой, я все перепуталась в голове. Поняли? Сон взял свое. Да. Ой, девочки, это где вы были? Ой, вы приехали. И давай. А я тут цветы разбирала. А она, слышите, на цветы внимания не обращает. Я ленточки, же, ленточки, ленточки. Я рада, что я не дома. Как глянула, 2 двора в цветах. Да, аж ничего про Соню не пойму. Ничего не пойму, спрашиваю. Говорит, ты ленточки, ленточки, ты выкинула. Я говорю, мам, какие красивые цветы. Ленточки нельзя выкидывать. А я ленточки, ленточки, ленточки. Вообще, цветам даже не порадовалась. Ленточки, ленточки. Утром вынесла полный мусора. О, Людочка встала, красоточка встала. Ладно, я пойду еще все баклажанчики. Да. Звездочка. Вот кто-то с горочки спустился. Наверное, Людочка идет. А, все, смотрите, видите, как мы живем? Сельские девчатка. Бачите?
Все босичком, все босичком. Иди вы, донька. Да. Она вчера мне говорит, мама, я ничего совершенно не ела вчера. Вообще. Вообще. Так она два карася съела жареных. Сейчас я ей бутерброд сделала с колбаской и сыром. Говорит, штат кормили два раза вчера. Вот. А некогда. Он вчера было день рождения. А что ж теперь делать? Надо же поздравить. Я с ним не разговаривала, потому что он свалился с лестницы. Наш Антон, Людин завхоз, Людин дружище, она его так любит. Упал вчера с лестницы перед открытием и разбил зеркала. Звал Людина. Я злая, к нему не подходила. Представляете, он ее звал Люда-Люда, а она даже не подошла. Ну, ты сейчас расскажешь, как будто он валялся. Нет, ну что, ну просто я ты не подошла. Он уже встал. Не подошла, говорит, я говорит, тебя говорит, люблю, чтобы на тебя, говорит, не кричать. Я знала всегда, что у него четвертого. Ну, короче, с этой работы. Ну, Людочка, у тебя вчера был такой день на разрыв. Ничего страшного. Сейчас заедем, купим цветы. Да, шо? Иди, я Антона буду искать. Антона где будешь искать? Два слова по телефону, он будет у твоих ног. Ты знаешь Антона. Ой, Люда, вы с ним найдете время уединиться с цветами. Знаешь, ну, надавила вчера этими туфельками, боже, босоножечками. Моя ты девочка. Ой, неприлично показывать ноги. Ну, девочки, они же чистые. А Вера говорит, ты сфотографировала, как чисто за двором. Я говорю, ну, конечно. А девочки, видите, какая жизнь, каждому свое. Я сегодня тоже... Знаете, как хорошо, когда ты пообщаешься с хорошим человеком. Я сегодня с утра с таким хорошим человеком пообщалась. Ой, таким учтивым, добрым. И как-то, знаете, и день по-другому, и жизнь по-другому. Не, ну сколько они будут еще, девочки, расти? Сколько они еще будут? Хоть бери их потом и в бочку соли, чешу, я не знаю. Сколько я всего уже поделала. Ой. Сейчас помою колечками. Надо их есть, девочки, с мясом совсем безбожно. Нормально я придумала, да, сейчас помидоры сверху. И будут у меня тефтели с овощами. Ну, потом посмотрим, что получится. Надеюсь, увидите. Так, баклажанчики, кипяточка добавила, оно там подсоленное, там здоровый листик, все, короче, вверх-вниз включаю, вот, вверх-вниз на 180 градусов. И, наверное, сейчас на 200 поставлю сначала, а потом подключу. Все. И пускай где-то целый час. Целый час где-то будет делаться, да. Сейчас все ждем. Не хотите корма, не хотите то этой еды, сейчас я привезу корма. Ну, сейчас Людочку уже отвожу, да. Три часа, мама. Три. Да, все, пошла машину заводить. Ух ты, ёперный театр, Вера. Фотографируй. Да фотографируй. Хлеб стоит, поднимай. Если скромно, так, ну порядок. Ну, молодец, молодец, Вера. Так, девочки. Вера, вы правы. Вера молодец. Ой, сегодня такая трагедия. У нее на пульте этот, батарейки сели. А я ж там сплю у Людочки. Когда это? 7:30. Я встала. Ой, а я боюсь тебя будить. Я говорю, мама, ну что ты меня боишься будить? Ну что здесь такого? Чтоб ты мне батарейки поменяла. А то сижу, никак не переключать телевизор, ничего. Ой. Артистка. Я говорю, тупо зашла ко мне и разбудила. Прям таки. Ой, Наташа, ты так поздно, поздно ж легла, не хотела будить. Мне жалко было. Вера как Вера. Я оделась очень легко, потому что на улице жарище, но я сейчас пока домой вернусь, девочки, уже будет холодно. Катастрофа. Степа. Да. Я хотела сказать.
Ой, не... Доча, ставь сюда, тебя не видно. Витечка, вот свет это все. Даже много. Она девочки, проходите. Сумочку бери, пожалуйста, посмотри, покажи твой образ. Ёпперная, Вера. Люда. Да, спит уже, все, все, поехали. Спит, уже спит. Все, пока дальше. Давай. Ну, как солнце заливает. Боже. Устала, конечно, но... Сегодня она опять ждет гостей, понимаете? Ей надо быть просто неотразимой. Каждый день жду гостей. Все, поохраняй. Все, поохраняй, скоро буду. Отревоешь надо. Хорошо красные босоножки смотрятся. Тем более не после ремонта, потому что слишком длинный комбинезон. Час до открытия, друзья. Не-не, не мешайте, все хорошо, спасибо большое. Час до открытия, я волнуюсь, пристанусь. Вы посмотрите, как я оделась. Посмотрите. Жарище страшное на улице, жарко, прямо жарко. Поставила тесто, сейчас приеду, еще буханочку хлеба поставлю. Выпила сегодня я, девочки, Нурофен. Я вообще лекарства не принимаю, но мне пришлось выпить. Что-то мое здоровье немножко сегодня подкачивает меня. Даже не знаю, чем это связано. В общем, морозит немного такое, знаете. Еще перенервничала за Люду, потому что она перенервничала. В общем, будем надеяться, девочки, что будет работа, что люди будут ходить в рестораны, в кафе. Мы, конечно, радовались вчера, но вы сами понимаете, да? Сегодня так, завтра вообще может быть. Что там? Так, девочки, вот вчерашний мой хлебушек. Смотрите, какой был. Был. От слова был. Все, уже ничего нету. Поставила, он стоит тесто еще. Еще будет буханочка. Много напекать не напекаю. Конечно, можно за выходные было испечь буханок 6. Ну, девочки, мы такие девочки непостоянные. Зачем? Мне лучше так сделать так, как... Ой-ой-ой-ой, что тебе было, такие вкусные. Так, вот мои кабачата. Кабачата. Баклажанчики, смотрите. Вот моя тефтелька. Вот она. Вот юшечка. А ну. Ой-ой-ой-ой-ой. Пропиталась все овощами. Я не голодная. Так вот. Так оригинально. Угу. 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 Пробую, пробую. Угу. Девочки, рекомендую. Просто настаиваю. Вот так вот делайте. Только единственное, что я не вижу тефтелю. Сейчас она остынет. Ой! Сочная! Класс! Сочная, сочная. Все очень и очень сочное. Ну, смотрите. Кто-то к вам пришел, пока там они лясим-трясим, накидали все. И готово. Пожалуйста, закуска есть. Ешь не хочу. Давайте, давайте, давайте. Давайте, продолжайте. И теперь аж до вечера. Уже 4, а вам до вечера еще. Да, Степушка, ты шейки покушал. Я тебе сегодня укольчик, не укольчик, а это, блошки погоняла. Так, Вера цветочки убирает. Красоту навела. Ой, так, а я сейчас еще хлеб испеку. И на сегодня Алис Гуд.
Короче, девочки, так интересно, только что мальчик в магазин хлеб привез. Такой беленький, лет, наверное, до 30 ему, такой симпатичный, хорошо такой, так сложен, барсеточка, телефончик, и на машинке подъехал, и хлебушек там улыбается, девочки вот у него кружат, это самое, и пошел же. А девчонки-то меня знают и говорят: Нателла, знаешь, кто это? Я говорю: ну откуда же я могу знать? Ну, мальчик хлеб привез. Это король Артур. Я говорю: да вы что? Да вы что, девочки, вы нашли себе короля, нарисовали короля? Они говорят: нет, Нателла, его зовут Артур, фамилия король. О, как, девочки! Да, имя король Артур. Ну, наверное, не король, а король. Но все равно, девочки, но все равно, согласитесь. Дядя, 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 дядя. Ой, 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 боюсь, ой, боюсь, боже мой. Как моя мама говорит правильно. Ну куда, ну куда? Чук. Ой, дядя ж, дядя, дятел ты, блин. Как моя мама говорит. Сама говорит: смотрю и присмотреться некому. Ладно. Верочка купила мороженое, сейчас мороженка с ней. Скушаем по пачечке. И 4 баночки пива за 72 гривны. Какой-то премиум класса. Пускай будет в холодильнике. 4 баночки. Людочки в понедельник в гости приедут. Я бы больше купила. Ну, я же не знаю предпочтения Людмилы. Они ж это не пьют, то пьют. По крайней мере, себе. Я ж посижу с ними немножко. Вино не пью. Девочки, а знаете, вот я говорю: я не пью, вино не пью, водку не пью, то не пью. А вот вы знаете, наверное, просто хорошего нету и не пью. Вот если было что-то такое хорошее, ну водка однозначно нет, даже хорошая. Вот какое можно вино такое? Вот я раньше любила очень сильно букет Молдавии. Не, ну подожди, дядя, ну и что? У меня маневр. И как я буду? У меня маневр. Все разъездились. Че ты бзишь? У тебя места до хера было. Да посмотри, что делается. И ты что, бля, не видишь меня или что? Где, девочки, что с мужчинами происходит? А что с ними происходит? Видишь, что я еду, он маневрирует. Я в шоке. Ну, у меня дорога, да, у меня главное. Он мне дорогу перекрывает. Потом стоп, эти движения делает. Ой, все, ладно, девушки, вам не надо. Я в шоке. Я завелась, останови меня. Так, ладно, надо мороженое открыть. Я хочу мороженое. И еще маленькая буханочка. Как раз маме будет ужин. Прекрасные эти втелечки. Все, девочки, вон, вся жидкость впиталась. Баклажанчики сначала были твердые, сейчас они пропитались водичкой. Получились тефтели у меня. Внизу подушка с морковки, из лука зеленого, из болгарского перца. Не знаю, может, на вид не очень красиво, но очень вкусно. Хотя, мне красиво все. Так, все, Сашенька, уходим. Все, до воскресенья, мои дорогие друзья. Скажи: Сашенька, Сашенька, Сашуля, Сашулечка.
Так, Вера. Мама, там тефтельки, хлебушек. Ой, боже, бля. Тефтелька, хлебушек, чтоб покушала. Когда будешь включать телевизор, скажешь мне. Хорошо, я тебе включу. Конечно, я бы себя, я не буду. Помоешься, покупаешься и кушай. Ну, там высад, все, да. Я пойду проверю сейчас. Все, ребят, давайте, пока. Спасибо всем огромное за комментарии. Всем огромное спасибо, что поздравили мою Людмилу. Сейчас Вера закончит, а я тут во дворе еще поубираю. В общем, суббота продолжается. Запорожье с праздником. Умань с праздником. День Миста. Ну и девочки, все остальные держимся. Держим кулачки. Потому что новости не очень хорошие. Вчера опять я Нину Соколову посмотрела. Боже, какой кошмар. Вот так. Взяточники на взяточниках. Ай-яй-яй. Люди, люди там голые боссы, а они миллионами раскидываются. В карманах. Медики-хуедики. Которые раздают инвалидности. Вот так, друзья. Надо, чтобы весь мир знал об этом. Я серьезно говорю. Надо, чтобы все знали об этом, что творится в Украине по этому поводу. Чтобы весь мир услышал и посмотрел, что творят эти гады. А то молчим, не договариваем, прикрываемся. То, что у нас, да? Не хочу это слово говорить. Жалеем кого-то. Надо, чтобы весь мир знал из этих вот взяточников. 6 миллионов долларов. Вы представляете? Налево-направо продавали. И все понятно, все понимаем. Ну почему? Кто-то должен, а кто-то нет. И, девочки, это не война. Это какая-то порнография. Единственное, что обидно, люди гибнут. Мирные. Мирные. Понимаете? Ой, какая же будет позитивная нота. Всем мира, всем добра, моя хорошая. Пока.